Да, а после того, как 12 лет у хозяев нет, то есть здесь нет. Вот он так выглядит. Ну да, подойдет, вроде красиво. Ну чего, да, вот оно так вот на внутрь забраться будет. Бау бабы, да. Вот там не, ну там так хорошее, как пища сделано, удобно, только молодые ребята. Вот лагерь, вот это берем. Кожен чемпіон саме у штирах. А рідко кожен вартував. Ось так вода була тут. Ех ти! Вот мене вирішення. Уже мало, а вот туда повыше, там сейчас розовый квартир. А, ну это да, это сейчас вот так усиливает. А там внутри может быть это. Ну да, друза, друза, да, друза. Бывает друза. Кстати, здесь кварцы. А я пойдем сразу, а то это золото кварцы. А куда? А это наверх как на это. На мост сейчас. Вот, а тут мы не пройдем. Я не пролезу на землю. Не пролезем. Она и там намело внутри. Да. А пойдемте вот по той дорожке мы сейчас выйдем. Давайте назад и там по дорожке выйдем. Да. Оно и внутри там намело. Вот, смотри, сломало. Ага, как тут не сломало. Вот посмотрите, насколько поднималась вода. Большая вода была. Вот так вот. Есть. Есть. А тут на
Петрович. Давайте этот Геннадий Петрович. Николай Иванович, я все перепутал. Давайте здесь сделаем снимочек. А можно вы нас сфотографируете? Вот, держите. Так. Ой, красоту за. Вставайте сюда. А может вот так, чтобы не лобует? Вот так, быстренько вставайте. Вот так, да. А теперь наоборот. Ой, красиво как. Ой, теперь наоборот. Еще разок. Сейчас. Вот как. Так. Не хочет? А, сенсор? Да. Вашим надо. У меня кинокамера. Кунокамера. Пойдем сейчас, нам нужно мостика пофотографировать. Да, мощь. Так это все в воде было, вот это все в воде, да? Вот это все было в воде. Вон, видите, вот сломано уровень дерева. Я вижу. И значит, это вот так вот она все, да, все да. Заполнено. Ну вот видите, ага. Стенка размытая, белая. Вот это она продрала да, ее. Это, вот старая, вон старая, а вот ага. Белая, это смыло все. Ага. Что такое? Давайте помоем, посмотрим. Бортуку, что ли? Похоже даже немножко на яшму. Да, я его поднял. То есть тут ходи, собирай. Да, как интерны калининградские. Опа. Хотел показать вам яшму, она убежала. Убежала, ну ладно. Угу. Нет, это нет, конечно. По-свойски, да? Ну очень может быть и яшма. Ну, она по вот цвету только похожа, по подсветке. Да, похоже, в общем-то, вполне возможно, что это яшма. По звуку яшма, да? По звуку яшма. Ну, а можно ее взять? Тоже яшма другого цвета. А-а-а. Видите, вот она. Да, вот это вот, да, это больше. Это вот стопроцентно, вот это вот яшма, вот. Видите, вот она. Большая. А это там уж можно взять? Да, конечно. Видите, ради бога, здесь это ж не заповедник. Зелененький змеевик, он там торчит. Вот это, да? Вон тот, под водой который. Вот он, змеевик. Да. Подел снова там немного. Каменючку. От лобы приобрел. Тяжелая, однако. Большой шутник.